Это «Пульс дня», и мы продолжаем. Сразу два судебных решения в отношении лидера российской оппозиции Алексея Навального в минувшую субботу озвучили в Москве. Вначале апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила основателю ФБК в силе реальный срок по делу Евроше. Приговор незначительно сократили, всего на 2 месяца. Так или иначе, сложившуюся реальность это никак не меняет. Алексей Навальный отправляется в колонию общего режима. Однако адвокаты полагают, что процессуально сделать это невозможно. Я сомневаюсь, что вообще могут этапировать, и более того, могут содержать сейчас в СИЗО, поскольку приговора нет ни у него на руках, ему сказали, что в течение 5 дней он получит, ни у конвоя, ни у его адвокатов. То есть на каком основании сейчас он находится, непонятно. На процессе присутствовали дипломаты из 9 европейских государств. Суд по правам человека в Страсбурге на прошлой неделе постановил, Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. Кремль подписал конвенцию, по которой решение этой инстанции исполнять должен, но на сей раз делать этого упорно не хочет. Прокуратура еще на первом заседании как-то невнятно объясняла, зачем основателю ФБК надо сесть в тюрьму. И, в общем-то, мало кто тогда этим аргументам поверил и звучали не совсем логично. Но к началу апелляционных слушаний некое подобие юридической позиции все же оформилось. В период нахождения Алексея Анатольевича в берлинской клинике Шарите, его госпитализации 20 августа 2020 года, уголовно-исполнительная инспекция приостановила надзор за условно осужденным, ввиду, соответственно, нахождения его на лечении. Но еще до 20 августа 2020 года Алексей Анатольевич 7 раз нарушил условия испытательного срока. Второе решение вынесено уже мировым судьей. Это дело о так называемом оскорблении ветерана Второй мировой. По нему назначили штраф в размере 850 тысяч рублей, то есть чуть больше 11 тысяч долларов. Эту сумму политик должен оплатить в течение 3 дней с момента вступления решения в силу. В противном случае назначенное наказание может быть заменено на другое. Какое, судья Вера Акимова, правда, так и не сообщила. Между тем уже стало известно, Евросоюз подготовил очередной пакет санкций за Навального. Он будет распространяться на союзников, ну или иначе на близкое окружение Путина. Либертарианская партия России тем временем подала в мэрию Москвы заявку на митинг 23 февраля. Мероприятие задумано как акт в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Об этом сообщил в Твиттере пресс-секретарь этой политсилы Александр Гуд. Заявленная численность до 5000 человек. К разговору подключается участник «Открытой России» Михаила Ходорковского, Владимир Жилкин. К слову, он недавно вышел сам из-под административного ареста. Владимир, примите наши поздравления. И вот первый вопрос. На ваш взгляд, сложившаяся ситуация, какой может иметь итог? С одной стороны, Кремль не хочет выпускать ни под каким предлогом Алексея Навального из тюрьмы. С другой стороны, европейские политики, похоже, не готовы закрывать глаза на репрессии против оппозиционеров. Получается, что каждая из сторон будет решительна в своих действиях до последнего. Что это может, на ваш взгляд, означать лично для Алексея Навального? Ну, я на самом деле ничего хорошего для Алексея Навального в этом не вижу, потому что, безусловно, Владимир Путин сейчас будет до последнего изображать предельную жесткость и непоколебимость своей позиции. Вот. И неспособность Путина каким-то вариантом договоренности, какому-то милосердию, ну, в общем-то, уже не единожды демонстрировалось, и то, что происходило в последние дни, то есть и 23-го, особенно 31-го числа, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах России, демонстрирует то, что Путин идет по жесткому варианту, показывает силу и будет именно давить, и навряд ли он способен что-то изменить. Кстати, вот попытка на Лубянской площади установить Феликса Эдмундовича, который, в общем-то, в начале 90-х был успешно оттуда убран, опять же показывает линию Владимира Путина на жесткость, на те элементы, скажем так, управления обществом, которые были в прошлом веке. К сожалению, вот эти все факты нельзя отрицать, и компромисс или соблюдение прав человека или каких-то перспектив хоть для Навального, хоть для всей России в виде мирного выхода из этой ситуации я, к сожалению, не вижу. Я заостряю внимание, что на самом деле
не только я, не только российские политики, но и большинство граждан обращают внимание на то, что проблема сейчас не только, не столько в Алексее Навальном и его свободе, сколько проблема, которая затронула души россиян, это освобождение в целом России, именно вот за освобождение России и освобождение в том числе Навального. Люди выходят на улицы, высказывают свое несогласие, и с каждым днем можно с верностью говорить, что неприятие политики Путина и самого Путина нарастает. Это вот однозначно. А, Владимир, вопрос к вам как участнику событий. Вы видели, как обстоят дела изнутри, ну, в спецприемнике. Вообще сами сотрудники правоохранительных органов как относятся к задержанным безоружным манифестантам? Насколько жестко с ними обходятся? Насколько верны, ну, так сказать, заветам Феликса Эдмундовича? На мой взгляд, очень много зависит от личного фактора. То есть вот непосредственно, если говорить про свой опыт, то, в общем-то, где-то уже с середины дня я вот прекрасно понимал, что есть уже некий заказ на меня, и он будет реализован. Я даже приблизительно догадывался, по каким статьям будет. То есть у меня это была 19.3, невыполнение законных, в данном случае в кавычках, законных требований сотрудников полиции. Вот. И те полицейские, которые вот отрабатывали этот заказ, я вот прям на все 100% уверен, что это был заказ по выключению меня из общественной жизни, из правозащиты, и 23-го, и 31-го, и вот все дни, пока шли суды, пока людям надо было помогать в спецприемниках, я вот координировал работу правозащиты Тамбова в своем регионе. Полицейские делали все для того, чтобы продемонстрировать мне, я имею в виду полицейские, которые участвовали в моем задержании, которые занимались провокациями меня на протяжении где-то полудня, они делали все для того, чтобы не только показать свою силу, но еще и демонстративно продемонстрировать свою заряженность, готовность исполнять приказы, то есть они были достаточно несгибаемы и, я бы сказал, предельно нерациональны, нелогичны. Но особенно мерзко и неприятно все это выглядело в сочетании с тем, что они были не в состоянии понимать, что им как полицейским надо делать. То есть вот я насчитал минимум 25 пунктов только из одного закона о полиции, которые вот при моем задержании были нарушены. То есть я могу о них сейчас говорить долго, но то есть вот представьте себе 25 пунктов, из них вот 11 – это как грубые нарушения. То есть это отсутствие права на защиту, недопуск адвокатов и неспособность выразить, в чем заключается законное требование полиции. И дальше, после моего задержания, в общем-то, у меня сразу были отняты очки, и я вот ночь провел в спецприемнике, и достаточно для меня это было трудно, неприятно не только в силу того, что обезьянник это, прошу прощения, в обезьяннике, то есть в отделении полиции вот первые сутки я провел. То есть это было трудно не только в силу того, что это абсолютно скользкие, дикие, нечеловеческие условия. То есть я там и заболел в силу того, что было холодно, и вот эта вот слепота в силу того, что вот у меня плохое зрение, и очки были у меня изъяты, я ими не мог пользоваться. Это абсолютно несъедобная еда, которую на утро принесли. То есть это была просто в усмерть проворкшая овсяная каша, которую было нереально есть. Вот, поэтому, когда меня уже оттуда после доставили в суд, а из суда на 15 суток отправили в ИВС, вот, соответственно, ну, должен сказать, что в ИВС было, ну, несколько мягче, человечнее, непосредственно в плане взаимоотношения и сотрудниками полиции, и по, скажем так, состоянию помещения, в котором я находился. По крайней мере, оно было теплое, по крайней мере, тоже надо было спать там не на полу, по крайней мере, это, ну, малоприятное, но все-таки
там съедобная еда. И, в общем-то, при таком вот диалоге с представителями ИВС ко мне несколько раз приезжал и начальник полиции того города, в который меня привезли для отбывания ареста. То есть мы обсудили моменты, связанные с тем, какие нарушения в отношении арестованных происходят в его ИВС, и он сделал все для того, чтобы вот эти нарушения минимизировать. То есть мне удалось, пока я там находился, заменить матрасы, заменить подушки, не только у себя, но и у других арестованных, которые, по крайней мере, были в моей камере. У нас появилось абсолютно новое постельное белье. Я получил возможность, ну, скажем так, купаться не раз в 7 дней, а чаще. И вот это все говорит о том, что на самом деле в ИВС часто бывают люди, в общем-то, не настолько заточенные на то, чтобы вот политических прессовать, как это происходит непосредственно в отделениях полиции. Вот. При этом, чтобы я отметил еще про ИВС, и, разумеется, вот как правозащита мы будем на это обращать внимание, чтобы эта ситуация менялась, это действительно не в самом лучшем состоянии помещение, не в самом лучшем состоянии продукты питания, которые люди получают. И здесь необходимо что-то менять по людям. Что в ВВС, что в полиции, я могу утверждать, что по людям, безусловно, я имею в виду по полицейским, жестко проходит некий каток обработки их сознания. То есть со мной не единожды сотрудники полиции заговаривали на тему, ну а зачем же вы так, имеется в виду вы не я конкретно, а вы представители оппозиции, зачем вы призываете убивать полицейских, зачем вы призываете убивать членов их семей. Но я, например, за все время таких призывов ни разу не слышал в принципе. Вот, поэтому так как сотрудники полиции об этом мне говорили и в Тамбове, и в Котовске, где я отбывал наказание, вывод, который я делаю, ну, значит, некие политруки, некое их начальство очень здорово работает с мозгами, сознанием, вдавливая в полицейских представление о том, что оппозиция будет их физически уничтожать, уничтожать их семьи, то есть полицейских тоже запугивают. И это говорит о том, что, судя по всему, режиму, вертикали власти сейчас страшно, она боится, что полиция может оказаться с народом. Владимир, многие говорят, что Кремль привык к любым санкциям и на них не обращает особого внимания. На ваш взгляд, так ли это в реальности? Я думаю, что на самом деле Кремль дико переживает и боится. Это подтверждают мои предыдущие слова о том, что сотрудников полиции накачивают в информационном плане, и они всячески боятся, что что-то с ними может произойти. Мы видим, как реагируют на разговоры о санкциях, и те санкции, которые начинают вводиться, явно пугают Кремль, поэтому я думаю, что надо четко осознавать, Кремль в диком ужасе, и непосредственно президент Владимир Путин дико боится за каждый свой следующий день. Поэтому ему бы следовало выбирать позицию не жесткости и бесчеловечности, а позицию компромисса. Владимир, спасибо. На прямой связи со студией был участник «Открытой России» Михаил Ходорковского, Владимир Жилкин. Мы обсуждали последние новости, связанные с приговором российскому оппозиционеру Алексею Навальному, а также санкции, условия, в которых люди после митингов оказываются по решению суда. Не вставая с дивана, кто такие VR-путешественники, расскажем в четвертой части «Пульса дня».